Но, Фобос. Неплохое место. Конь мог бы укрыться здесь. Что это с ними? Yeah! Oh.
Non cagon proistimi.
Не приближайся! Ты пугаешь коня. Он трепетное существо. Ты его видел? Остальные в страхе разбежались. Слепой человек сам разберется, кто перед ним. Не видел, естественно. Извини. Жизнь такая тяжелая. Боюсь, я не сделаю ее легче. Я должен забрать коня. Нет! Персефона лишает меня зрения, а ты Орфи? Мы сразу подружились. Я услышал ржание коня, подошел, а он лизнул мою ладонь. Персефона ослепила тебя? Она велела солдату выжечь мне глаза. Наказала меня за то, что я рассказывал другим, что думаю о ее идеальном мире. Мол, я не заслуживаю видеть его красоту. Он не должен находиться в Элизии. А кто должен? Этот мир хвастает совершенством, но здесь царит обман. Сжалься, оставь коня мне. Конь достанется Адонису. Пусть послужит его делу. Восстание не выдумка? Жаль, но, наверное, это благое дело. Прощай, Орфи. Не говори Фобосу, но ты очень хорош. Нужно доставить коня Адонису или конюху. Кому же? Давай.
давай. Что с тобой не так? Думаю, Адонису пригодится конь. Доставишь зверя к нему? Этого? Если не затопчет, отведу. Скажу, что от тебя. Все получилось? Аид будет скучать по своему зверю. Я все сделал. Я попрошу своих людей заглянуть к конюху. Надеюсь, зверь не слишком напугал его. Уверяю, совсем нет. Надо заглянуть к конюху, чтобы замести следы. Всадник с мыса Артемисион. Славные кони. Чистые и красивые, как сам Элизий. Я и в прошлой жизни был конюхом. Значит, ты тот, кто мне нужен. Сделаешь мне одолжение? Какое? Если Персефона или ее люди спросят, скажи, что я привел к тебе страшного коня. Страшного коня? Тут таких нет. А ты притворись. Я заплачу, если поможешь. Ты глупый. В Элизии нам не нужны деньги. Похоже, ты не местный. Ну, разумеется. Что бы ни стряслось, делай то, что я скажу. Почему я должен врать? Потому что иначе я выпущу твоих коней из стойла, и они ускачут в Тартар. Ясно? Скажешь, что я был здесь. Ладно. Только не трогай моих коней.
Элла! Элла! Давай. А, снова хранитель в моей мастерской. С виду она невзрачна, но это мой дом. Говорю же, можно просто Алексиус. Рядом с жезлом? Ха. Но я рад встрече. Мне нужно многое тебе показать. Раз так, ты мог бы помочь мне сориентироваться. О, не торопись. Золотые поля открываются не всем и не сразу. Но я помогу. Пройдемся. Ты прав. Хоть развеюсь. Куда пойдем? Я мастер ключей. Один из них должен заинтересовать тебя. Что ты делаешь в мастерской? Творю. Все тайны мира спрятаны за дверями. Мои изобретения — это ключи. Ты разгадываешь эти тайны. А, ты мудр, как Пифагор. Но зачем обсуждать то, что можно увидеть? Вон там, наверху, крепость Персефоны. Жаль, ты не видел, какой она была раньше. Большая часть Элизия разрушена. Что случилось? Он прекрасен. Как и все творения Персефоны. Но мир подчиняется ее чувствам. Если он в упадке, значит, мы нужны ей как никогда. Вперед! Гляди! Попробуй представить всех героев, что проходят через эти золотые поля, купаясь в красоте вечного мира. Элла. Они думают, что нет ничего прекраснее, а затем видят Персефону. Ну давай! Именно в этом месте Гефест построил дом для Афродиты. Выглядит не очень. Всему виной знакомство Афродиты с Адонисом. Он один умеет создать хаос, лишь подмигнув и улыбнувшись.
Элла! Что со мной произошло? Представь, внутри тебя, внутри всех нас есть листы пергамента, скрученные в ленты. На них записана твоя история. Прошлое, настоящее и будущее. Понимаешь? То есть эти ленты определяют, кто мы. То, что случилось, изменило мою ленту. Верно. Эти ключи откроют твои тайны и помогут управлять ими. Я сделал много ключей. Спасибо. Я не привык делать это сам. На Дрейсте этим занимался Варнава. А, надеюсь, мы не скоро с ним увидимся. Ладно, тебя ждут приключения. Приходи ко мне в мастерскую в любое время. Хайра, Гермес. Что тебя тревожит? Я волнуюсь за Персефону. Я недолго здесь, но уже знаю, что люди жаждут свергнуть ее. Вот как? Чего люди хотят от нее? Я слышал, неблагодарные преступники собираются восстать. Представь! Может, стоит прислушаться к этим преступникам? А, много чести для них. Но Персефоне нужен защитник. Только не я. Кирос из Заракса, мой друг и друг твоего отца. Сильный и благородный воин. Его похитили, но если вмешаться... Ты хочешь, чтобы защитником Персефоны был смертный? Другие смертные задумаются, прежде чем нападут на одного из своих. Не знаю я тебя, подумал бы, что ты влюблен в Персефону. Я понимаю ее лучше всех. Для Адониса она тиран. Для мужа всего лишь безделушка. И какая она? Не знаю. Прежде меня никогда не спрашивали. Она... это все. Откуда ты знаешь Кироса? Он помогал твоему отцу. Даже лучшему художнику нужен подмастерье. Им стал Кирос. Воин. Понятно. Я найду Кироса. А, я не сомневался в тебе. А я пока устрою нам встречу с Персефоной. Приведи Кироса в сердце Элизия. Мы будем там.
Нужно быть осторожным. Тебя, жезл? Кирос, меня прислал Гермес. Мастер ключей предсказуем, с этим не поспоришь. Где ты взял жезл? Моим отцом был Пифагор. Кое-что стряслось, теперь жезл у меня. Правда? Значит, ты семья. Я хорошо его знал. Знаю. Сюда. Персефона. Постой. Что будет проще?
Ладно, Кирос, ближе к делу. Ты сказал, что все будет проще, чем ты думал. Раз уж мы практически семья, буду честен. Я соратник Адониса. Но тебя пленили люди. Да. И Гермес узнал об этом именно тогда, когда Персефоне внушили, что ей нужен защитник. Ты все подстроил и используешь Гермеса, чтобы подобраться к Персефоне? Ха! А ты не так прост. У меня было 4 сына. И все воины. Когда погиб 3-й, я почувствовал лишь вину. Слишком сильно скорбел по первым 2. Ну и? Когда погиб 4-й, моим другом стала грусть. Больше мне было некого оплакивать. Воины несут не мир, а скорбь. А, ты рассчитываешь предотвратить войну, подобравшись к Персефоне. Можно убедить ее сдаться или отвлечь, чтобы Адонис сбежал. Лишь бы не война. Но прежде чем пойти к Персефоне, я должен подтвердить, что все получилось. Ты со мной? Только быстро. У нас встреча с Персефоной и Гермесом. Они ждут. Думаешь, ты можешь спасти жизни? Не знаю, что такое смерть в Элизии, но страдания вечны. И я могу положить им конец. Ну что, поехали! Thank you.
Вперед! Вот и все. Идем дальше. Может, Адонис отступит, узнав, что план сработал? Скорее, Кирос. Вернемся к Гермесу, пока Персефона не раскрыла нас. По слухам, Персефона испытывает новичков. А я очень вспыльчив. Если начну краснеть... Придумаю что-нибудь. Где ты был? Нельзя заставлять Персефону ждать. Это все Кирос. Спроси его. Я сидел взаперти так долго. Наша царица не любит грязь. Не хотелось сердить ее неподобающим видом. Сами с ней объясняйтесь. Она ждет. Я объясню, что это моя вина, а не твоя. Прости, что не поблагодарил. Кирос – могучий защитник. Спасибо еще раз. Хайра, Гермес. Хранитель, меня ограбили. Настали темные времена. Преступники посмели ограбить меня. Что они взяли? Я смастерил ключ. Рецепт вечного огня, если угодно. Хотел преподнести его Персефоне. С ним она сияла бы даже в царстве мертвых. Вечный огонь упорядочит здешний хаос. Ты понимаешь ее лучше, чем кажется. Благодаря ее жертве, в царстве мертвых нам ничто не угрожает. Запиши рецепт еще раз. Я писал его вечность. Нельзя, чтобы люди использовали рецепт против Персефоны. Хранитель! Алексиус, его нужно вернуть. Ты добрый и хочешь защитить Персефону. Я в деле. А! Спасибо. Ты стал моим другом и союзником. Рецепт вечного огня больше похож на миф. А, мы начали писать рецепт с твоим отцом. Он реален, как и опасность, которая грозит нам. Ради Персефоны ты готов на многое. Но это не взаимно. Люди строят козни против нее, и она страдает. А с ней страдаем мы все. Гермес, ты не думаешь, что она использует тебя? О нет. Ей просто нужно надежное плечо. Мое. Я найду воров и верну рецепт. О большем не прошу. Но они отомстят, если ты устроишь переполох. Действуй скрытно.
Нужно действовать осторожно. Гермес просил действовать скрытно. Похоже на мазню безумца, но записи порвали. Где остальное? Thank you.
Мы должны вернуть рецепт. Кстати, вот, держи. Ты избавил этот мир от страданий. Тебя не заметили? Конечно, нет. Но... А, славно. Значит, они не будут мстить. Оставлю записи себе. Мятежники могут использовать эту силу, чтобы придать Элизии огню. Что ж, разумно. Если ты поклянешься защищать эту тайну ценой своей жизни, я буду знать, что Персефона в безопасности. Гермес, дела в Элизии хуже, чем ты предполагаешь. Мятежники сплотились и готовы сражаться. Грядет война. Нужно сокрушить тех, кто несет хаос. Защитим Персефону. Беспокоясь за Персефону, ты не замечаешь, что сам в опасности. Ты выкрал у людей вечное пламя и остался незамеченным. Победа близка. Нужно действовать. Спокойно, Гермес. Ты же не намерен устроить резню? Почему нет? Эти командиры поведут людей в бой. Они впустили в этот мир хаос. Пусть вкусят его сполна. Ты попросил меня украсть, но хотя бы у воров. Ты ведь не убийца, Гермес. Ты выставил меня глупцом в истории с Киросом. Но я еще могу все исправить. Это вина Кироса, а не твоя. Неважно. Молю тебя, друг мой. Помоги мне помочь ей. Одержимость Персефоной не дает тебе права на ее любовь. Увы! Сколько ни убивай, она никогда тебя не полюбит! Хватит! Что ты здесь делаешь? Не задавай вопросов. Скажи спасибо, что я помешала вам обоим совершить ошибку. Это не конец. Хватит, вы оба. Ваши роли еще не сыграны. Прекратите пререкаться. Займитесь делом. Thank you.
А, ты вовремя. Женщине в строме нужна помощь. Что ей нужно? Поможем ей и будем на шаг ближе к тому, чтобы ослабить хватку Персефоны. Что в ней особенного? Она оратор и наверняка захочет помочь Адонис. У него красивые губы. Но, чтобы вдохновить людей, нужен хорошо подвешенный язык. Значит, она нам нужна. Я вернусь, как закончу. Вот она. Элизи, благодатный Крайц. Кто ты и от кого? Геката велела помочь тебе. Тише. Если люди решат, что я связана с Гекатой, моей карьере конец. Просто скажи, что сделать. Освободи крестьян, которых держат в темных грезах Персефоны. Мой сын Ферон служит там стражником против воли. Персефона одурманила его. Поможешь ему? Я постараюсь. Thank you.
Лучше не лезть в бой и действовать незаметно.